В Казахстане проведена уникальная операция. Врачи пересадили печень 6-месячному ребенку. До этого медицинское вмешательство подобного рода разрешалось лишь с 5-летнего возраста. Пересадку органа маленькому пациенту в нашей стране трансплантологи делают уже во второй раз. Как чувствует себя пациент, с которого начался новый этап развития отечественной медицины, узнал Дамир Галиев. Жигер сегодня был в центре внимания казахстанских журналистов, ничуть не меньше ученых мужей с мировыми именами. Оно и понятно. Малыш стал первым в стране ребенком, кому сделали уникальную операцию по трансплантации печени. Диагноз цирроз для родителей годовалого Жигера прозвучал как приговор. Ему не смогли помочь доктора ведущих российских клиник. Спасение нашли дома. Донором стал родной дядя малыша. Больше 14 часов бригада из 11 лучших врачей-хирургов Казахстана и Турции боролась за жизнь крохи. И вот спустя полгода Жигер вместе с мамой участвует в первом международном форуме трансплантологов в Астане. Мы куда только не обращались, мы в Бишкек даже. В Россию ездили, но все равно. Вот по квоте нам сделали операцию, все хорошо сейчас. Более 300 ведущих хирургов из 30 стран мира сегодня собрались, чтобы обсудить проблемы и перспективы развития трансплантологии. Столица Казахстана не случайно стала местом проведения медицинского форума. Ведь у отечественных практиков в белых халатах есть реальные победы и немало. Только в 2014-м в Казахстане сделали 445 трансплантаций почек, 76 операций по пересадке печени. В 2012 году Казахстан вошел в число 20 государств, где проводятся уникальные операции на сердце. И если 3 года назад была проведена одна такая операция, то только за 4 месяца этого года 11 казахстанцам подарили новое сердце. И все же этого недостаточно. Реальная потребность в разы больше. Только в пересадке почек нуждается более 1000 казахстанцев. И опыт Турции, мирового лидера трансплантации органов, нужен нашим врачам. Мы сейчас прошли этапы, когда мы кидались во все стороны. Теперь мы хотим ориентироваться только лишь на стабильное государство. Проблема в том, что у нас сейчас не хватает специалистов. Мы сейчас будем готовить специалистов. Мы уже начали готовить специалистов по трансплантации органов. Для 20-летнего Азамата Дарибаева из Актау долгие месяцы ожидания на спасительную операцию уже позади. Новая жизнь скоро. Его готовят к пересадке почки. Донором будет мама. Операции по пересадке органов делают не только в алматинских и столичных клиниках. Регионы также не отстают. Так, операции по родственной пересадке печени делают в 5 клиниках. А в Чимкенте, Актюбе и Кызыларде проводят трансплантацию почек. Дамир Галиев, Азамат Саметов, Алибек Алиев, Астана.